Дорогие друзья, прошел 600 метров по этой узкой белой дороге от монастыря святого Неофита и дошел вот к этому прекрасному месту, небольшому храму, небольшой церквушке святого Адониса. Или, как на Руси говорят, святого Антония. Адонис, Антоний — это, в принципе, одно и то же имя. Вот такой он небольшой. Буквально за минуту мы можем его обойти полностью по периметру из белого камня. Я думаю, скорее всего, даже этот камень, который добывается, видимо, здесь из местной породы. И, скорее всего, я даже прав, потому что смотрите на эти камни. Вот, соответственно, здесь добыли, здесь же, видимо, и построили. Вот такой прекрасный небольшой храм святому Адонису, святому Антонию. Вот, внутри там неописуемая красота. Сейчас я вам покажу. Он еще доделывается. Его работы велись во время постройки, велись во время пандемии. И вот такая красота открывается перед вами. Вот так он устроен внутри. Посмотрите. Это храм святого Адониса. Такая прекрасная роспись. Просто чудо. Еще раз напомню, вся эта красота находится недалеко от города Пафос, остров Кипр. Приезжайте в монастырь. И здесь вам открывается такая благодать. Грим продолжает свой путь дальше. И как я завершаю все свои передачи, весь свой блог, пусть Господь оберегает ваши очаги. До встречи.